Одеяло за 10 тысяч рублей, золотые ложки, керамические ножи и другие ценности. Такие товары предлагают купить северодвинцам обманным путем. В городе продолжают орудовать мошенники. Жертвы заезжих продавцов по-прежнему – пожилые люди. Вот такое одеяло накануне купил дедушка Ирины, как сказал, ей в подарок. Такой сюрприз обошелся пожилому человеку в 10 тысяч рублей. Товар предложили двое молодых людей. Позвонили в квартиру, затем, лившись доверие, начали презентацию товаров. Одеяло, столовые приборы, электробритва и отпариватель. В принципе, схема простая у них. Они смотрят, откуда старики достают деньги, и на следующий день приходят. Приходят они не одни, и пока один отвлекает, второй, в принципе, грабит квартиру. Вот, и, в принципе, что еще хотела сказать, что первый вопрос, который их интересовал, это один ли он находится в квартире. Одеяло мошенники продали, а остальные товары оставили, пообещав вернуться за остальной суммой 50 тысяч рублей на следующий день. К слову, уходя, неизвестные прихватили и связку ключей от квартиры. Теперь Ирине придется менять замки, а оставленный товар девушка отнесет в полицию. Вот этот весь товар будет оформлен как находка дома. Мы этот товар, думаю, не принесли. Пусть его забирает полиция, разбирается. По словам Ирины, мошенники ходят по домам в районе Трухинова, Арктической и Ломоносова, 120. Двое молодых людей приятной наружности в костюмах. Товар носят в зеленых сумках.